том 2, тема «Лапкин книги», вопрос 806. Поделитесь своим опытом, как вы поститесь в Петров пост и вообще, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Раньше постился по 2-3 дня, то есть не пить, не есть и продолжать работать, чтобы никто даже этого не заметил, быть радостным и веселым, помазать голову елеем. Теперь пощусь, если можно так сказать, только до звезды, потому что начинаются сильные боли и в желудке невозможно глотать, как будто кто режет. Это по грехам, но и за это благодарю Бога, хотя относительно скоромной пищи думаю, что не нарушил ни разу в жизни ни в армии, ни в тюрьме, ни в больнице. Но это все внешнее, просто привычка, так как я из старообрядческой семьи и к этому привычен с детства. Считаю, что Петров, Рождественский, Успенский посты нужно отменить совсем, а оставить только Великий пост, среды и пятницы.